Снятие одежды. Ни с кем никогда не спутаем аль-грек, потому что вертикализм, потому что изысканность каждого фрагмента человеческого тела, и глаза особые, и лица особые, и фигуры, и руки, все это. Какие вы слышали или читали в интернете мнения по поводу вот этой стилистики аль-грека? Потому что интернет пестрит всякой чушью собачьей. Предлагаю высказаться по поводу чуши. Почему он так все изображал удлиненным, вертикальным и так далее? Что не читаете в интернете фигни всякие? Потом понимаю уже, где наврали, да? Значит, друзья мои, многие искусствоведы, которые пришли в профессию случайно, должны были бы работать совершенно в других отраслях деятельности, рассказывают про аль-грека. Я своими ушами слышала в разных музеях мира, когда гиды говорят, что у него был астигматизм. Убила бы. Значит, вот я ведь не случайно дала вам начало, показала его иконы, да, и педалировала, что он византийский иконописец, который перешел к картине как к другим совершенно возможностям. Его вертикализм – это, по сути, это тот творческий прием, когда человек стремится, вот правильно сказала Наташа, только не символику соединить с реализмом, а соединить физическое тело с тем духовным перевоплощением, которое всех нас ждет, если мы будем жить правильную жизнь. То есть вот соединение земного и того, что будет потом, потому что, как говорит моя любимая Татьяна Черниговская, если все заканчивается тем, что вас закопали в сырую землю, то это абсолютно абсурдно и неправильно. А правильно, говорит она, я с ней абсолютно согласна, что там начинается другая жизнь. И в зависимости от того, что мы заслужим, живя здесь, то мы там и получим. Вот это соединение физического человека, который устремлен вверх и стремится к тому, чтобы его жизнь стала там иной, чтобы заслужить. Он так истово верил, аль-грека сам верил в то, что нам суждено всем, и ему конкретно суждено оказаться там, что он долго думал, а как это будет выглядеть, как это изобразить. И поэтому изображаются фигуры, которые без пяти минут растают в Поднебесье. Вам это понятно или нет? Мы сейчас не говорим про маньеризм, потому что это отдельная тема. Я просто потом отвечу несколькими строками. То есть для аль-грека очень важно показать, как для иконописца в базовом своем понимании, что такое искусство. Иконописцы – это люди, которые изображают невидимое. Вам это понятно или нет? Но такова роль иконописца, художника. Он должен изобразить невидимое. А тут он становится, после Тициана, Веронезе, Тинторетто, он становится вот таким вот, он впитывает жизнь Венеции. Он смотрит на эту архитектуру, на эти каналы, на Венецианскую лагуну, как прекрасна жизнь, как она многоцветна.
Он смотрит на картины Джорджоне и видит потрясающее соединение природы, архитектуры, людей. И он понимает, что вот это все надо воплотить так, чтобы можно было перейти из состояния земного в состояние неземное. То есть в нем соединились два начала. Начало художника-иконописца, который изображает невидимое, и художник-живописец, который прошел школу венецианской живописи эпохи Возрождения. И поэтому вот появляется вертикализм, то есть для него вот это переход от одного состояния человека физического в другую духовную постать. Как вы видите на картине снятия одежд перед Голгофой Христа, так же как разбойника, в разделе до нога была только набедренная повязка на них, на всех. И в таком виде они были отправлены на Голгофу. Это редко такой изображенный сюжет. А вот почему-то Эль Греко это интересно, потому что тут можно цветом поработать. Вы посмотрите на этот алый по сравнению со всеми остальными оттенками, во что одеты персонажи картины. То есть это, я бы так сказала, он разговаривает с нами еще на языке цвета, кроме всего остального. Дальше. Вот эта замечательная картина. Снятие пятой печати. О чем в ней идет разговор? Значит, согласно Евангелиям, те люди, которые пролили свою кровь за веру, за Иисуса Христа, которые истово верили, но подвергались пыткам, гонениям, мучениям и так далее, когда они попадут в рай, Господь им, для того, чтобы их отличить от других людей, вот таких особенных, таких, я бы сказала, героев христианских, он им отправляет белые одежды. Вот посмотрите, в правом углу вы видите ангел на белом таком простирадле, можно сказать. Это белые одежды для тех людей, которые внизу. А на переднем плане в голубой одежде, простирает руки к небу, молится за этих людей святой Иоанн. Тот самый Иоанн, креститель, который покрестил Иисуса Христа. Это ужасно интересно. Вот снятие пятой печати, это ужасно интересно. Вообще интересно, что Эль Греко интересовался какими-то апокрифическими сюжетами. Потому что это, как правило, когда мы смотрим картины Эль Греко, мы часто сталкиваемся с апокрифами. Очень часто какие-то вещи, которые мы не привыкли у других художников это видеть. Дальше.